Меня зовут Рената Шакирова, я солистка Мариинского театра, и это мой 5-й сезон. Мне тоже казалось, что по моему темпераменту это всегда только такие яркие, активные персонажи. Мое внутреннее ощущение, оно разное. И эти лирические образы мне очень подходят. Если в первом акте это деревенская девушка, искренне чистая, открытая, то второй акт — акт теней. И очень интересно сделать образ один и не повторять его во втором акте. Я очень старалась, чтобы моя Жизель была не похожа на каких-то знаменитых, да, балерин, а я хочу, чтобы она была именно моя.